Независимые члены Совета директоров АФК «Система» 15 июня написали письмо президенту России Владимиру Путину. Они просят обратить внимание на ситуацию, которая сложилась из-за иска Роснефти и Башнефти к финансовой корпорации. Авторы называют ее тревожной. Иск, по их мнению, ударил не только по АФК, но и по российскому инвест-климату, существенно повысив уровень восприятия рисков и снизив предсказуемость российской бизнес-среды. Как пишет издание «Коммерсант», представитель Роснефти заявил, что публичная позиция независимых директоров системы чрезвычайно уязвима, потому что экономическое содержание иска в том, что система, делая вид, что является собственником, просто высасывала Башнефть. По мнению ряда экспертов, данное обращение может запустить процессы, ведущие к досудебному решению спора. Напомню, рассмотрение иска Роснефти и Башнефти, а также присоединившегося к ним регионального Минземимущества по существу назначено на 27 июня.